Да. Зачем? А профилактический рейд проводим. Хотели беседу с вами провести. Пожалуйста, открыть. Да. Поводом для рейда стал пожар в жилом доме по улице Буйко, который находится в железнодорожном районе. Причина возгорания – детская шалость. Доводим до родителей, до граждан тему соблюдения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах, то есть в быту. Основные требования – это паяльная проводка у вас будет, то есть чтобы не скрывать выключатели, была розетка. Соответственно, электроприборы не оставляли без присмотра. Во время рейда сотрудники МЧС рассказали жителям о правилах поведения при пожаре и провели инструктаж о том, как нужно действовать в таких ситуациях. Во-первых, сразу вывел счетчик наш, вырубили. Вот. Ну и если какие-то будут неполадки, вызывать дежурного электрика, у нас тут своя компания на доме. Подобные рейды проходят регулярно в разных районах города. Отмечу, с начала года в Улан-Удэ зарегистрировано 296 пожаров, из них 8 по причине детской шалости с огнем. Андрей Слепнев, Татьяна Усольцева, Новости дня.